Так, есть, ребят, Мурлок Холмс, есть менеджер. Вчера на менеджере, кстати, немного поиграли. Ты же вообще никак не поменялся. То есть ты неплох, ты такое, но... Худи рост, 178. Кстати, хотите, запущу фотку, короче, там... То есть вы, наверное, не видите, ну, типа, какой у меня вообще рост, вот это все. Хотите фотку, надо, типа, сделать около чего-нибудь и потом вам показать, чтобы вы относительно посмотрели, чтобы можно было, как бы, рост оценить. Менеджер, тащи кепка. Я вот даже не знаю, ребят. Я, может, реально менеджера хочу сыграть. Может, он повеселее, ребят, будет. Тир 3, бади. Проиграю следующую игру, хочу поднять себе бабок. И че ты от меня ждешь, типа, да, конечно, ну не, ну раз ты ставишь, то я, конечно, проиграю. Хрен там. Жестко выиграю. Всегда играю на победу, а сейчас, возможно, буду еще сильнее играть на победу. Всю энергию потрачу на эту игру. Вот казино волча, давай, ну это тяжело. Пришел в магазин, а магнит черт купить, спросил, как какого... Так, спросить, не знают ли они, гудит, дымит. Кассирши позвали охранников, такие чертики мне надавали. Ну, кстати, они не должны были так поступать. Если приходите, просто вопрос задаете, если сразу охранников зовут и драться начинают, то... Ребята, это проблема. Все это, ребят, на видео записывайте, и потом судиться будем. Вот, кстати, мужское отделение, с табличкой в руках, фасты, профиль. А можете там прийти и просто, ну, этот, попросить фотографию сделать, выйти? Наверное, нет, да? Наверное, задержат тебя. Или вообще это просто не пустят. Да, мини, даже Валуев с тобой, рядом с тобой стоит полный рост, а сколько у него рост? У тебя 162 рост, говори правду. Ну, короче, хотите, да, фотку сделай и там относительно посмотрите чего-нибудь. Сделай фото рядом с крышкой бутылки, чтобы считать в числах до 10, ну вот, например. Если будет меня бьют, как буду видео писать, ну пусть кто-то еще пишет видео, как меня бьют. Нет, там входит далеча участкового, понял. Ну так. Платит не очень хороший, как будто. О, триплет. Повезло, ребят, повезло. Повезло, повезло, повезло. Опа. Берем. Чуть не хватило. Куда-то пропала еще такая же карта. Ну, как бы, биклипых в тройку пойти, он прям радуется, он такой, так, мне дали вот этого чувака, который продал карты, пошел левел. Да я тоже иду в левел. Скучно, левел собирает, эту штуку собирает скучно. Что мы хотим больше? Ребят, какой вариант нравится больше? Мне кажется, нравится больше вот эту штуку прокрутить, а потом мобилку нажать. Крутые бади сейчас будем в тройке сделать. А погнали. Го карты лутать? Карты еще будем лутать, нормально. 3-6 сейв. Ну, кстати, можно подсейвить, действительно. Забрать на следующий, да, и билку нажать. Нормальный сейв. Ждет фриз, да, фриз, да, фриз. Ну, кто не пойдет. Хороший батл край. Прикольно, сами, да, это тоже двоится. Ну, поехали. Кеквейт. Вообще, слушайте, 4-3, которые... По-моему, это красиво. Смотрите, что делаю. Поставил, продал, поставил бади, позолотил эту штуку, потом скопировал и получаю, короче, очень много батлкраев. Ну, то есть, желебрю, конечно, пока. Нормально, ребят? Нормально? Тебя монеты получаем по 4 батлкрая заход. Ради этого, ребят, броня и нужна была. Все, начинаем карту лутать. 4 карты заход, 4 карты, ребят, захода. Так, ладно, сейчас треки за баллы ваши ставлю. Ой. Ой. А там что играют. Яйцо баф на эту атаку, ну пока тяжело. Пам. О, ребята. О-хо-хо. Ох, ребята, конечно. Чё там играет, погодите? Песня про Спашку, получается. Да уж что сейчас слушаю, да, ребят, постоянно слушаем. Добрый день, здорово, здорово, здорово. Робот Рим. Какой робот? Да мне кажется, все равно на этом.
А, ты на него имеешь, чтобы 20 часа призывалось. Да тут больше в руку надо получать. Сейчас второй штуки падают две карты, да? Там можно было тогда этот. Какую-то мышку, да, пробовать выйти даже. Позолотить 4-3. Не, кстати, если его золотить, то там ничего не будет. Ой, как ТС. Как ТС. Можем вот так сразу бахнуть. Врага жуй. Я вообще, наверное, ничего не стану их еще ставить. Хотя пусть я сразу забираю, да? Да, на самом деле, если забатить сейчас таким столом, все трупы идут перебываться, даже неплохо. Это, ребята, байт. Байтная переобувка все, с его стороны. Эта штука уже все ноль стоит. Так, ставлю, ребят, следующий трек. Треки, если что, за бал играют. Это, короче, ребят, 5 quiet move, и мы сейчас пытаемся этот забайтить его, переобуться в сестру. Любишь грызть кочерыжки? Кочерыжки — это что такое? Погоди, это типа от этого... Погоди, кочерыжки — это... Это что такое? От капусты кочерыжки. А, вот, типа жопка от капусты. Не. Ну, мы, наверное, его забираем, золотим. Чудовище, мне кажется, чудовище пошло. Ну. Это что такое? Мы будем крутиться с ней. Будет вода получить каждый раз, когда мы будем что-то продавать. Ой, а че я вперед не сыграл? Я забыл, что у меня такая штука есть. Ну ладно. Забыл, что у меня такая штука есть. Можно было подлачить, да, но в целом мы еще стенки поищем. Надо еще, короче, за бафы либо оттуда поймать, либо оттуда поймать. Больше сделать стенок, больше там тебе сделаем стенку, не знаю, что-то еще сделаем стенку. Он будет большим, мы забафаем. Погодите. В яичко бей! Куда? Он и так ноль стоит! Да там, в жопу татар, ничего не надо. И так забафаемся, сбран есть, нормально. Может быть, знаете, что надо найти? Еще одного. Короче, смотрите, нахожу друга друзей. Или нет, даже сабилка, да, можно доставить, все нормально. Короче, смотрите. Ну, не стоит. Погнали, ребят, погнали. Купите 7 существ, разыграйте. Все легко, ребят. Давайте 7 существ люблю покупать. Люблю тебя, Арсвон. Спасибо. Катаю воду, спасибо. Арслан, это я, ребят, это я, Арслан, ребят, это я. Бам-бам-бам. И либо такую штуку сюда, либо такую штуку сюда. Может быть, так забрать сюда, а потом тебя подлочить на него? Нормально. Пусть будет, пойдет лог.
мы сейчас сильны, короче. Эта штука, вон, смотрите, бафится довольно быстро, она будет бафиться, потому что карта у нас есть на продажу, отсюда пойдет карта. Мы вас стенками сделали, чтобы можно было все подлутать. Единственное, что Клиффи не знает, стоит на первый слот. Сейчас он возьмет, забьет ему весь стол, а потом в лошадь сделает удар, а потом эти штуки не разобьются. А мне сейчас самое важное, ребят, чтобы эти штуки разбивались. Гой, вот, может, его на первый слот поставим. Ты атакуешь, потом себя какушка атакует, а потом ты атакуешь. За счет того, что пока ты бьешь 4 атаки, потом себя какушка бьет 4. Тоже фигня будет, скорее всего, просто там. А потом, короче, атакует за это время в него атакует. Нормально? Так, сейчас. Катаем ватом. Еще раз большое спасибо тебе за поддержку. Спасибо тебе за поддержку. Ставлю твой трек. Нексон, ребят, играет. У него татар. Арсмон, у тебя вот есть сердечки. Вот, спасибо. Я прослушаю, повтори, пожалуйста. А, все, теперь никогда не узнаешь. Чат, чего за негатив сегодня? А кто там негативит? А, за сердечки, которые не сердечки на самом деле, за это негатив? Не, спасибо. Катаем вату, короче, 200 рублей сдать, говорит, люблю тебя, Руслан, и как, начнет. Бам-б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 ам. Не знаю, что королева богомола. Вообще, можно ее собрать, но... Но не буду. А как же мы карточки крутим прям. Вот этот чувачок супер ад. Чё злой какой-то? Блин, ладно, всё-таки надо было забрать этот Ривендера. Да, я... Уже думаю, что мне сейчас будет не хватать. Хотя нет, наверное, сможет добраться. Здорово, Таня. Мы же этот, на завтра с тобой. Завтра готов же играть. Тренер, у тебя было бы 8 карт. Да. Было бы 8 карт, но... Что-то было достаточно. На самом деле, никогда, ребят, недостаточно. Надо было просто ревендера забирать и прям максимально жадничать. Кушачи нет там. Так, здорово, Бунис. Ну, на этом вообще довольно красивая, ребята, игра получается. Что думаете? Мне кажется, прям очень красивая игра выходит. Хоть, если что, я не про трек. Понял, спасибо. Пау! Можно скопировать, ребят, с него, да? Или нет, или неважно. Короче, можно, ребят, еще очень много сыграть. Или что? А погнали. Тогда смотрите, смотрите, как мы делаем. Я буду бафать по татарам только два типа существ. Пойдет это? Наверное, пойдет. То есть яичко, ребят, минус. Собираем. Бафы два типа существ, но ничего страшного. Пираты 6, элементали много. Можно эту штуку на потом забрать? Ну, что такое, конечно, ладно. Мозги! Так, сколько у нас идет, получается? А я могу с него еще 3P добахнуть, по идее. Слушайте, я могу с него 3P... Что если я, смотрите, с обилки найду еще себе такого, потом поставлю Лероя, а потом скопирую, короче, этой штукой
скопирую этой штукой еще Лероя сверху. Вы прикиньте, у меня будет пилотируемый этот Вихретрон, который дает мне, получается, сколько там, 6, да, батлкраев, по-моему, 6 батлкраев будет давать, и еще сверху этот, с фишкой Лероя. Просто, ребят, представьте. Так, сейчас, кстати, чуть-чуть левее себя сделаю, а то, наверное, карта не видите. Карта, ребят, не видите? Копейся, кстати, агрессивная, жестко. Ой, ой. Последний бой, ну нет, нет, сейчас трубец соберу, смотрите, отсюда. Продать Татара, ну, кстати, может быть. Ревендера забрать, полруку забить чем-нибудь. Игра закончилась, ну не, погодите, еще не закончилась. Еще, ребята, закончилось, все хорошо. Забрал. Забрал. Сейчас все будет. Мне же два, да пофиг. Погнали. Понять нет, Брагорезова в соло выносит. Прикиньте, фул руку выплюнул. И здесь еще, короче, лежит еще куча карт, которые уже все вываливается. Сами ловите. А еще на него говорят этот: зачем ты говно золотишь? Столько карт есть в руке. Этот чел просто сидит, этот, каждый раз, когда проезжает, 2 получает. Столько я мог раскрутить по желанию. Я даже не пытался его бафать, но типа сам себе просто сидит, бафается. Карты не вызывались, ничего страшного, не надо. Ты только начал. Да мы только-только что-то начинаем собирать. Ну это прикольно, это жестко вышло.